опять поеду, потому что там такие девушки, конечно, ходят, ну, как бы красивые. Я тоже как бы красивая, да, но мне хочется только когда после операции поехать туда, чтобы быть лучше. Мато, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Матос, ты видел, эти появились подарки, которые коробочки, вот эти вот цветы, цветы в коробках. Красивые вот эти букеты, которые были ранее. Персик, вот тебе, пожалуйста, уточка, уточка. Ничего страшного. Многие никто не смог. А именно где тебе сказать? В Ялте? Там много чего. Там, куда ты не пойдешь, все прикольно будет, реально. Ну, тебе опять же, какое ты хочешь? Что-то развратное, что-то нормальное, что-то это, либо просто посидеть. Мато, спасибо. Спасибо, солнце. Ритуська, спасибо за уток. Спасибо большое. Опять же, да, смотря что ты хочешь. Но я бы первым делом, если честно, туда бы сходила. Ну, блин, оно реально развратное. Я тебе серьезно говорю, ты побываешь, ты, ну, блин, поймешь. Тебе говорю серьезно. Как солнце херачит. Солнце вообще прям жарит, жарит, жарит. Гость, привет. Рензор. Что там съем? Блин, у меня рука чешется. Кто-то мне денег хочет скинуть. Интересно, интересно. Кармана нет, чтобы почесать. Что ты там съешь? Не поняла. Нет. Ну, там я тебе так говорю. Ты туда заходишь. Там очень, там работают девушки, да, они как бы обнажены, там вот такого вот плана, там они выступают, что-то танцуют стрип-пластику, короче, там, ну, вот такой движ. Ну, не знаю, снимаются они или нет, я не знаю, я не могу тебе это сказать. Я не могу, но они все с формами, понял? Такие вот красивые молодые девчонки, которые, блин, ни разу не рожавшие, которые еще держатся все. Вот. Ну, я не знаю, я по таким заведениям, честно, не хожу, как бы. Если бы мужики были бы, ладно бы я пошла, посмотрела. Какой-то мужской стриптиз, например. Чем мне на женщину-то смотреть? Я сама женщина, в принципе. Могу на себя посмотреть. Тоже неплохо. Вот. На мужской стриптиз я бы пошла, честно. Я очень хочу, чтобы мне на 30 лет заказали стриптизера. Честно. Просто, чтобы он станцевал. Мне почему-то так хочется. Знаешь, вот это вот как в американских фильмах, типа, ты такая сидишь там, ну, стучат, или звонят, или стучат в дверь, типа, туда-сюда, короче. Там, вы арестованы, не арестованы. Ну, короче, вот такой, типа, такая вот хуйня. Хочется мне. А 30 лет мне уже скоро. У меня 2 сентября день рождения. Вот-вот. Вот-вот уже скоро. Мне тридцатник. Ребяточки. Ребяточки, мне тридцатник.
Ну, блин, у нас стриптизеры такие. Я просто зашла посмотреть. Я думаю, блин, кто там, кто мне закажет стриптизера? Ну, из подруг, да, которых у меня, в принципе, не особо много. Короче, смотрю. Ренат, привет. Короче, стриптизер стоит на 5 или 10 минут, я смотрела, 15 тысяч рублей. Сука. Мы не там работаем. Блять, это очень дорого. Не знаю, у нас вот в Крыму такие ценники. Но это я только один город смотрела. Надо полазить, посмотреть. Но там прям, знаешь, ну, все есть. И тело, и лицо симпатичное, как бы, ну, не страшные. Есть страшные, конечно, но у них там ценник поменьше. А вот именно, которые симпатичные, у них там повыше ценник, да. Ну, там все от тела, наверное, зависит больше. Я не знаю. Индивидуал тебе снять. Нет, я хочу именно стриптизера. Я не хочу никаких индивидуалов. Я хочу, чтобы он там танец танцевал. Ну, какой, как-то прикольно по сценарию, понимаешь? Чтобы это было неожиданно. Ну, блин, я хочу неожиданность вот такую. Я не хочу, чтобы там просто он пришел, просто он там что-то подрыгался и ушел. Нет, хочу сценария, чтобы был. Ну, пожалуйста. Короче, девчонки, наверное, может быть, закажут. Может быть, а может и не быть. Вот. Короче, это час надо.